столетию заполярной столицы мурманские школьники представят проекты по благоустройству города. Конкурс по научно-техническому моделированию и конструированию «Город, удобный для жизни» стартовал 1 сентября. На сегодняшний день участники уже представили 66 проектов. Чем хотят украсить столицу Заполярья, юные мурманчане узнали наши корреспонденты. Что хотят видеть в Мурманске самые юные его горожане? С сентября этим вопросом задавались практически все школьники заполярной столицы. В рамках конкурса «Город, удобный для жизни», приуроченного к столетию города-героя, ученики 57 образовательных учреждений ломали голову над тем, как украсить родной край. Сегодня на суд жюри представлено 66 проектов. Есть объекты очень реальные. Очень реальные, например, спортивные площадки во дворах, крытые переходы для безопасности дорожного движения, вотчина Дед Мороза, центр детского и юношеского туризма, именно вотчина Мурманского Дед Мороза. То есть объекты, которые, в принципе, реально воплотить в жизнь. Вот Дом творчества Бредова сегодня предложил удивительный проект. Это солнечные часы, которые должны быть установлены на площади «Пять углов». В 33-й школе к конкурсу подошли обстоятельно. На сайте учебного заведения провели опрос, на котором выяснили, педагоги и ученики хотят видеть в своем городе музей военной техники под открытым небом. В середине комплекса расположен сам музей военной техники, стилизованный под блиндаж и выполнен из деревянных брусьев. По обе стороны от музея расположены две стелы, во внутренней части которых будут размещены портреты героев Второй мировой войны. Также от музея разбита зеленая аллея, где будут высажены различные деревья, кустарники и растения. Под открытым небом на аллее, по задумке ребят, будет размещена военная техника – танки, машины и самолеты. Сейчас ученики 33-й школы готовят макет своего музея, причем работает над ним вся школа. Это будет работа всей школы, начиная от 5 класса, когда мы создавали рисунки 5, 6, 7 и на уроках технологии 6, 7, 8, 9 классы. И так как мы работаем в рамках только уроков технологии, то получается, что на каждом уроке технологии каждая группа, приходя к учителю, то есть там 12-13 человек, они являются инициативной группой. Я делал макеты танков, некоторых самолетов на технологиях. Красил. Ну, до краски доходило не всегда, но красил иногда. На реализацию проектов у участников есть год. За это время они должны полностью продумать, описать, нарисовать и сконструировать макет своего проекта. А в год столетнего юбилея Мурманска каждая команда покажет свою идею на большой выставке.